Всем доброго времени суток. Уже давно прошли те времена, когда я думал, что для успешной рыбалки достаточно купить супервоблер. Воблер, который ловит всегда и везде. Но все равно, на радость владельцев рыболовных магазинов, продолжаю поиск своего супервоблера. Вот очередные претенденты на это звание. Новый сезон расставит их по местам, а сейчас просто познакомимся с ними. Ренегат Диссемблер. Еще одна реплика на чабика, и при этом дешевле кренки 40. Если на рыбалке покажет себя не хуже, то кренки 40 придется уйти на покой. Ренегат Доджер. Один в один, как Роджер Сурф. Но что интересно, вес одинаковый, размер одинаковый, лопатка точно такая же, а заглубление разное. Похоже, кто-то врет. Взял из-за цвета, очень краснопопика хотелось. Гем от Pantone 21. Фопы больше не выпускают, вот и взял попробовать гема. Может, будет не хуже. MS1 от Мария. Просто хороший, качественный воблер по невысокой цене. Сурибита Fat Crank. Весит почти 6 грамм при небольшом размере. За это и взял. Думаю, пригодится. Оскар от Strike Pro. Вес 11 грамм. Взят в качестве дальнобоя на акуль. Сезон покажет, Оскар он или малина. BC50 от Lucky Craft. Раньше при ловле головля больше склонялся к маленьким воблерам, а сейчас вот, на жарабасов потянуло. На этом все. Всем удачных рыбалок.